Сейчас Максима Галкина сильно критикуют. Юморист перебрался в Израиль вместе с Аллой Пугачевой и сделал несколько весьма непатриотичных заявлений. Михаил Шахназаров признался, что ему даже стало жаль артиста, правда, не из-за травли. «Я посмотрел ролики Максима Галкина, мне его в какой-то степени даже стало жалко. Человек ни о чем не думает, кроме как о деньгах. Старик, ты уже давно вышел в тираж, пародируешь всех голосом Аллы Пугачевой», — высказался Шахназаров.